кому открываются устричные фермы, и скоро вся страна, вся Россия будет есть одни устрицы, то есть у всех на столе будут устрицы. Поэтому самый главный навык для каждого россиянина – это уметь открывать устрицы. Сегодня я покажу, как это делается. Для этого нужен вот такой вот ланцетообразный нож. И сами непосредственно устрицы, дюжина устриц. Это устрицы среднего размера, поэтому будем их открывать. Делается это очень просто, в два приема. Находятся устрицы, маленькое полуотверстие, то есть место, где примыкают две створки. Просовывается нож и делается попытка открытия. Если нет такого ножа, то в принципе может подойти отвертка. Ну или простой нож, желательно только с толстым лезвием. Вот, пожалуйста.